Всем привет! Рада вас всех приветствовать на моем канале «Счастье есть». С вами я, Алена. Сегодня будет обзор моих покупок из магазина Fix Price. Это последний обзор перед моим отпуском. Поэтому давайте смотреть, что же я выбрала в этот раз. Было много покупок, именно которые я возьму с собой на отдых. И начнем мы с хозяйственного отдела по традиции. Первая моя покупка — это вот такие вот салфетки от Плюше. Всегда их беру, очень нравятся. Стоят они 99 рублей, здесь 230 листов. Обычные бумажные салфетки всегда в отпуске пригодятся, тем более, что мы всегда отдыхаем в частном доме, в гостевом доме. Вот. Всегда в одном и том же, вот ездим к одним и тем же людям, уже так сроднились, вот. У них там кухня, где можно приготовить самостоятельно что-то покушать. Поэтому я вот всегда беру все с собой, чтобы не бегать в первый же день по магазинам, не покупать всевозможные хозяйственные товары. И так как мы едем на машине, нам это проще. Закинул в багажник и поехал. А вот такие вот салфетки. Дальше. Следующая моя покупка — это вот такой вот порошок для стирки. Я выбрала вариант Tide Aqua пудра. Смотрела по составам, чтобы не было в составе, конечно же, фосфатов и фосфонатов. Здесь все хорошо, все идеально. Упаковка 450 грамм, на 3 стирки рассчитана. Порошок стоил, кстати, 99 рублей, а я точно помню, что был двойной ценник. Вот так вот. В Фикспрессе частенько такое в последнее время. Стоит двойной ценник, а потом выясняется, что сотрудники магазина вовремя не поменяли ценник. Вот. Ну, что ж поделаешь, уже купила. Следующая моя покупка — 199 рублей. Вот такой кислородный очиститель для всего. У меня вот так вот одномоментно закончился перкарбонат, а заказать не успела. Надо, в общем, пополнить, потому что в любой момент может пригодиться. Что-нибудь испачкаем, и, конечно же, надо будет сразу привести в порядок. Вот, поэтому пока взяла такой. Почему мне не очень нравится? Потому что работает он только на высоких температурах, 90-100 градусов, то есть только кипяток. А перкарбонат работает от 60 градусов. Здесь в составе тоже, конечно, есть перкарбонат, но не стопроцентный. И это для меня как бы, ну, не то, что сказать, что плохо, но лучше было, конечно, просто перкарбонат. Поэтому, когда вернусь с отпуска, обязательно себе закажу, и все будет у меня хорошо. Не содержит хлор, СЛС и фосфаты. Давайте посмотрим. Ну, там обычный порошочек. Я думаю, уже все в курсе, как это все работает. Нужен только кипяток. Заливаешь кипятком все, что угодно. Там жирную посуду или какие-то разводы от чая, если есть, или просто пятна на одежде. Там спектр действий очень большой. Вот такой вот порошок здесь. И все в ведерке. Для кого-то это будет удобно. Мне как бы не важно. Я пересыпаю в свои красивые контейнеры. Вот, ну, смотрите. Потому что, например, в таких вот коробочках, согласитесь, не очень удобно. А вот когда в таком ведерке средство для стирки, это гораздо удобнее. Следующая моя покупка. Я взяла спиртовые салфетки. Мне нужна была всего лишь одна штучка. Успела ей воспользоваться как раз-таки. Вот открывала. Они большие. Мне вот чем понравились, что вот эти салфетки, где 10 штук упаковки, они большого размера. 13,5 на 18,5 сантиметров. Пропитаны они 70% этиловым спиртом. Вот. В индивидуальных упаковочках каждая салфетка. Есть упаковки, где 20 салфеток. Но там они, конечно же, меньше размером. В общем, вот такие вот салфеточки я взяла. Тоже пригодятся, конечно же. В аптечку положу. И салфетки эти стоили 59 рублей. Также в этот раз я все-таки взяла хлоргексидин. В прошлый раз ошиблась, взяла перекись водорода. Но не критично. Вот, тоже в аптечку отправила. Пригодится. Хлоргексидин здесь 100 мл, 18 рублей 30 копеек. Я им пользуюсь, знаете, я добавляю в ведро с водой, когда мою полы. Мне кажется, что так более чисто, что ли, дома становится, дезинфицируются полы. Вот. Плюс у меня всегда в ванной комнате в шкафчике стоит бутылочка с распылителем, там этот хлоргексидин. В любой момент порезался, обжегся, еще что-то. Можно подойти и обработать. Следующая моя покупка. Девчонки, я вам покажу. Вот такое вот средство за 79 рублей от бренда Master Effect. Универсальный гель для ванной комнаты. Блеск и чистота вашего дома. Решила попробовать. Активная формула чистоты. PH2, то есть получается, это у нас кислая среда.
кислотные. В составе, да, неорганическая кислота, НПАВ, загуститель, краситель, объем 500 мл. Ну, запаха практически никакого нет. Такой вот легкий запах, не знаю, свежести, что ли, назовем его так. Вот такой вот там гель голубого цвета. Не сказать, что густой, но будет видно, где вы его нанесли, где нет. В общем, буду тестировать. Я такое как бы не видела, не знаю, новинка, наверное. Вообще, средства от Master Effect в Фикспрайсе очень-очень много. Следующая моя покупка, девчонки, конечно, красота. Новая коллекция осенняя в Фикспрайсе появилась. Думаю о том, чтобы взять веточки. Очень понравились вот эти шарики, которые я вам показывала в обзоре полочек. Кто не видел, обращайте внимание, зайдите, посмотрите в моем видео. Такие там красивые цветы, шарики. Ветки такие декоративные. Но вот они из пенопласта немного сыпятся. Наверное, это меня и остановило. Да и вообще, как бы, мне хватает искусственных цветов. Решила пока не обновляться. У меня есть осенние. Вы меня тоже просите снять какое-то видео с покупками с Яндекс.Маркета на осеннюю тематику. Я, конечно, подумаю, но, скорее всего, нет. Потому что у меня декора хватает. Вот. И не вижу смысла тратиться, захламляться. Если что-то понравится, честно, вот посмотрю. Потому что девчонки мне тоже в Телеграм-канал скидывают. Всевозможные грибочки, в общем, очень красиво. Может быть, что-то себе присмотрю, понравится, и тогда для вас сниму такое видео. Пока взяла вот только такую картину, хочу повесить на кухне рядом с варочной панелью, думаю, будет там смотреться очень хорошо. Два варианта в продаже, получается вот такой вот, как у меня, и вот букет. Тоже в обзоре полочек показала, видите, прям будет целая коллекция, тут и свечи ароматические, тарелочки декоративные. Красота, красота. Здесь прям такие вот мазки. Давайте откроем. Она все это отсвечивает, конечно же. Вот прям мазочки. Очень мне понравились эти подсолнухи в банке. Я думаю, на кухне будет смотреться просто изумительно. Ну и качество исполнения тоже. Сделано все просто отлично. Никаких претензий, не придраться. Защита стоит, кстати, тоже очень хорошо. Защита на подвес. То есть, я думаю, это надо будет снять вот таким вот образом, и все. Единственное, что не дали никакой саморез, чтобы повесить на стену, но для меня это совсем не проблема. У меня саморезов хватает. В общем, вот такой вот прелесть. Взяла дальше покупка для своего мужа, я взяла с собой. 299 рублей, да, 300. Вот такие белые. У меня давно просил взять ему какие-нибудь а-ля кроксы. Единственное, что взяла 43-й, пришлось менять. Потому что изначально взяли 42-й, и они оказались малы. Ну, и тут, конечно, вид такой магазинный, поэтому я их сначала отправлю машинку, простерну, и будет у меня муж их носить. Вот так вот. То есть они немного маломерят, вот эти вот большие белые. Взяла мужу сначала его размер 42, но пришлось возвращаться в магазин и все менять. Следующая покупка, девчонки, давайте мы пока картину, наверное, подвинем назад, потому что я вам буду пока, даже не подвинем назад, а я ее пока уберу. Боюсь испачкать, потому что будут сейчас цветы, а тут может что-нибудь насыпаться. Вроде как бы чистенькие, но все-таки. Я набрала вот прям вот куча-кучная такая вот у меня цветочков. Это крокусы, я их обожаю. Видите, сколько взяла. А были еще желтые, такие интересные были, тигровые, просто желтенькие. Их пока не стала брать. Может быть, к следующему разу, если они еще будут в магазине, я все-таки решусь. Крокусы все-таки надо сажать, знаете, кучкой. Вот, я взяла, получается, три цвета, три сорта. Вот такие вот красивые. Если их сажать кучкой, не вот три штуки, да, вот прям реальной кучкой, где-то штук 15-20. Весной такая красота, сходит снег, вылезают эти малыши, такие нежные, такие красивые. В общем, я взяла вот таких вот крокусов. Много-много, видите. Все-таки их надо брать много. Три штучки 79 рублей. А все, у нас в принципе чисто, можно подсолнухи вернуть. Следующая моя покупка, девочки, вот ни в коем случае вам не рекомендую ее, потому что эта вещь все-таки вредная. Но так как мы едем на море, нам она нужна. Почему? Потому что мы с мужем вдвоем
ведем машину, мы практически не останавливаемся, только чтобы заправить автомобиль, и вот едем и едем себе. Перепробовали за много лет езды на море на машине много что. Кофе вообще не годится. Была самая долгая поездка как раз-таки, когда мы взяли с собой термос с кофе. Мы ехали 21 час. Самая быстрая у нас была 14 часов. В общем, никакого кофе не было. Была обычная газировка. Вот. Но с нее тоже хочется спать. Но она, кстати, бодрит лучше, чем кофе, не поверите. Вот все эти фанты, колы, вот такие. Вот мы берем баночки, нам нравится. Но круче всего, вот в прошлом году мы попробовали адреналин, вот он работает круче всего, когда уже все, чуть ли не засыпаешь за рулем. Ну не то, что засыпаешь за рулем, мы-то садимся уже выспавшись, да, но все-таки 14 часов ехать минимум. Вот, и несмотря на то, что мы меняемся с мужем, все равно немного как-то монотонная дорога дает о себе знать. В общем, берем такой адреналин, и я вам бы его не рекомендовала. Не надо пить каждый день, но вот в случае, как вот у нас, поездка, почему бы нет. 69 рублей. Причем есть, здесь получается 0,33, а есть 0,5. Даже не 0,5, 0, там, 400 с чем-то миллилитров. Она стоит 119 рублей. И 109 по карте. Вот так вот. Я решила взять 0,33 как-то, как получше. Меньше выпьешь всякой химии. Сработает чуть-чуть и хватит. Следующая покупка, вот такой дезодорант, тоже в прошлый раз вам показывала. У меня дом уже заканчивается, а то, что в прошлый раз взяла, я уже положила как раз-таки чемоданы. Вот, так что поеду на море. А домой нужен. Вот этот, наверное, самый мой любимый от Nivea. У него очень приятный пудровый аромат. Действительно хорошо работает, никаких раздражений. И, кстати, Rexona летом брала. От Rexona были белые следы на черной одежде. А здесь все чистенько, все хорошо. Еще я взяла... Дезодорант стоил 149 рублей. Такой вот новый крем-гель для душа. Захотела попробовать, 199 рублей. Чем он мне понравился? Что в составе нет сульфатов. Здесь на втором месте содиум лаурил глюконат. Честно, не знаю, что это за компонент. Я как бы стараюсь все это изучать для себя, для семьи. Но всю химию в голове удержать очень-очень сложно. Вот. Но точно знаю, что я реагирую на сульфаты. А сульфата в составе нет. Поэтому решила попробовать. Очень красивая упаковка. Аромат сладких фруктов. Действительно, грушей пахнет. Вот здесь дыня нарисована, но больше аромат груши. Классный. В общем, буду тестировать, буду пробовать. 380 миллилитров. Еще, девчонки, для дома, для семьи, из новой коллекции взяла вот такие вот два подсвечника. Называются подсвечники Nude. У меня один, к сожалению, уже поцарапался. Поэтому будьте осторожны с ними. Вот. Будьте с ними очень-очень осторожны, даже когда несете их из магазина. Вот, не поцарапайте, потому что это не цветное стекло. Здесь вот с этой стороны пленочка. Но такие красивые, тяжеленькие. Можно для чайной свечи. Вряд ли я вам успею, к сожалению, снять какую-нибудь красоту с этими подсвечниками, потому что вот уже уезжаем, уже вот прям вот надо собираться и вперед. Вот. Ну, постараюсь после моря, после отпуска обязательно вам показать, как будет смотреться моя картина, как подсвечники будут смотреться. Так что постараюсь не забыть и вам снять вот эту всю красоту. А на этом я с вами сегодня буду прощаться. Спасибо, что вы были со мной до конца. Надеюсь, что мой обзор был для вас полезным, интересным. Вы что-то для себя подобрали, присмотрели. Конечно же, загляните в магазин Fix Price и сможете все-все найти, все-все приобрести, все, что вам понравилось. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на канал, на Дзен, на Телеграм. В Дзене видео выходит раньше, а в Телеграме у нас болталочка. И, конечно же, не забывайте о лайках. Вам не сложно, мне приятно. А я поехала на море отдыхать и постараюсь оттуда тоже для вас снимать обзоры, так как Fix Price там есть. И есть магазин Магнит Косметик, очень хороший. Поэтому, если интересно, оставайтесь, конечно же, со мной, подписывайтесь и ждите выпуски. До новых встреч! Пока-пока!